Всем привет, ребят. Сегодня мы ищем споты. Мы сегодня с вами даже поздоровался. Тут надыбали одну парковку подземную. Пойдем проверим. Если там никто нам не помешает, то даже получится катнуть. Секретным путем мы попали тут. Новый дом, да, я так понимаю? Пахнет жигулями. Чисто. Вот, переход в автостоянку. Мы пошли. С2000 стоит. Фига, он пылью покрылся. Уже резина спустила. Ну вот такая тема. Расчехлились, неплохо можно покататься. Конфиг даже придумать можно. Сеня сейчас продемонстрирует. Если нам не надают сегодня, то мы будем здесь кататься. Да, ну точно. Так. Вот читаем правила. Вроде нет запрета на какую-либо деятельность. Ну, нашу, по крайней мере, юсишную. То есть, если до нас докапываться начнут, то ничего мы противоправного не делаем. Смотри, запрещается производить какие-либо строительно-монтажные. Мы скажете, уберете. Типа без проблем. Да, вообще без проблем, ну. 2000 есть. Вот да. У вас на паркинге есть 2000? Да, да, да. Хорошо, да? А? Пока все хорошо. Мы не сняли, как мы уходили, потому что у нас чувак попросил покататься. Трасса у нас будет по ходу на зиму. Сказали, что охраны там нет, можем делать, что хотим. Просто приходим, берем метелку, подметаем и катаемся. Спасибо, что смотрели, я не знаю, куда это войдет, в видеоблог или просто в составе какого-то видео.